Ну что, доехали почти что до места. Дальше очень плохо уже. До сюда, конечно, еле добрались. Мы не сняли, правда. Но на обратном пути, наверное, снимем. Показываю пока. О, что есть в машине? Мишки. Завели. Давай выезжай. Едем. Ничего не трясет. Я на видео снимаю. Природа красивая. Солнышко светит. Сейчас посмотрим, я же задом еду, не вижу. Кадр не получился. Тихонько, не гони, не торопись. Долго мне гулять по свету, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знак дороги. Не-не-не, пройдет. Господь, да, сниму кой, стой. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом, под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит. Непроворный инвалид. И в лесу под нож злодею попадусь я в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ли мне в тоске голодной пост невольный соблюдать? Но не нытья тиной холодной трюфлияра поминать. То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять. То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома. Ну пошел же, погоняй.